Впервые в нашем городе. По инициативе Темиртауского профсоюза 12 ноября в честь юбилея города и двухлетия городского профсоюза пройдут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту и волейболу. Уверена, что эти соревнования найдут поддержку в трудовых коллективах города. Надеюсь, эти соревнования станут праздником для людей всех возрастов и профессий и займут достойное место в спортивных достижениях нашего города. Я поздравляю вас всех, желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в труде, новых успехов в спорте, замечательных побед и ярких впечатлений от сегодняшних соревнований. Завод промышленного холодильщика в Тихонске и Дубии.
Maybe call this a robbery! Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на растерзание. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла. По итогам наших соревнований по гиревому спорту
Мы награждаем участников весовой категории 60 килограмм. Первое место занял Кузьминчук Дмитрий. Второе место весовой категории 70 килограмм. Первое место занял Махмутов Рли. Первое место занял Рэм Исаев. За первые места награждается категория 80 килограмм. Поцелуев Евгений, первое место. Каштанов Владимир. Выступает во втором ряду. Я так думаю, тебе он тоже нужен будет. Да, твоя категория свыше 90 килограмм. Чемпионом чемпионов стал абсолютный чемпион Соловьев Евгений. Как лед, печали твоих глаз, и ты целуешь меня. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз. Последний раз. Последний раз всплески белых волос на постели любви,
раскинуты волнами несбыточной мечты. В них вся наша печаль, вся наша радость и боль. И в тихом шепоте любви я различаю постой. Ты тихо просишь меня не оставлять тебя одну, но в глубине моих глаз видишь только пустоту. Твои ресницы дрожат, ты тихо молишься о нас. Но я знаю одно, что это все в последний раз. В последний раз ты со мной, в последний раз я твой. Здорово, братва! Здоровенько! Что делаете? Да вот на разборке идем, это однозначно! А, ну идите! Братаны, братаны, корифаны, вы мои братаны! Пацаны, пацаны, корифаны, вы мои братаны! А, ну идите! Give me absolute.
house now with don't let children in her house. I've seen the future, baby. It is murder. Things are going slide in all direction. Won't be nothing. Nothing you can measure anymore. The blizzard, the blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. When they say thank you.
Расточительный взгляд, стильно-модный заряд. В голове авангард, трех девчонок подряд. Обаятельный гад.
сладковатый дымок, по спине холодок, захламленный чердак, на полу кавардак, очень сильный кулак. Всех и ничей, в его глаз хоть залей, нету круче и злей, у него эгегей, искусительный змей. Обходи стороной, как о стену порой, гениальный отстой, но бывает другой, ты ему просто спой. Редиком!
Ready, go! Владимирович, вы только не подходите. Да, уже ноги на эту сторону. А какая разница? Хоть на голову. Хоть на голову. Не борось. Полите и тянешь. Уже тянешь. Еще. Владимирович, руки бери. Ready, go! Минута на воду. В принципе, уже давай. Вот самая такая, да? Если бы он запрещен, чуть-чуть до касания. Левый поднял. На прыжок вышли, поднял локоть, вы выйдет. Да, конечно. Локти поставили на... Поставили локоть. Кисть ровная, все. Если мы будем, то получит плохо. Он держит на натяжке. Имеет право. Растяжка, видишь, не снимал? Штуки мне скидывайте. Какой разговор?
Ready, go! Женя! Давай! Давайте с двух сторон. Володь, помоги тоже. Ну, Женя, ну твоя широкая спина на весь экран. В МТВ хочешь залезть? Да вообще уйди оттуда. Ready, go! Ну давай, давай, давай! Завяжите, завяжите. Хотел оторваться? Да, Володь? Жека, на тебя вся страна смотрит, давай. Проекция, да. Все, все, все. Ready, go! Не выстрелил. Жень, сказали, замерли, а ты взял, поборол его. Пацаны, стол, держите. Ready, go! Ready, go! Давай, давай!